Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, если по вине водителя был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, виновному будет грозить от 3 до 7 лет заключения. Ранее этот срок составлял 4 года. Если в пьяном ДТП погиб человек, водитель может лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет вместо срока от 2 до 7 лет. В случае, если авария унесла жизни двух и более человек, тюремный срок для водителя составит 8-15 лет, ранее 4-9. Наказание ужесточилось не только для водителей автомобилей, но и для тех, кто управляет общественным, железнодорожным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом, пишет газета «РУ». Ранее в июле сообщалось, что МВД России предложило расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов.